Привет. Сейчас подождем, как запустится у нас прямая трансляция на Ютубе. И начнем тогда, ребят. Все, готово. Да, еще вопросик. Так, у нас сегодня с вами... нас сегодня с вами такая будет тема. Еда нас не предаст. А почему именно такая тема возникла? Ну, смотрите, у нас получается... Вы пока готовьте свои вопросики, пока я буду вам вот эту немножечко раскрою эту тему, а потом поотвечаю на ваши вопросы. Смотрите, у нас многие задают вопросы. Вот вроде бы автоном, вот вроде бы автономит, почему вот все хорошо, там даже кто-то не автономит, возьмем даже не автономы, а возьмем тех людей, которые просто на каких-то длительных, либо недлительных сухих днях. И они описывают свое состояние, что все так нравится, такая легкость, такая работоспособность, такая жизненная энергия, что все так замечательно. Но почему тогда выходим? Почему? Что случается такого, что все равно человек выходит с этих сухих дней? Вроде бы же так все было замечательно. Почему это случается? И здесь, наверное, стоит вопрос еще в другом, психологически. То есть вот эту тему мы очень-очень так, насколько я ее понимаю, я ее раскрыла в закрытом клубе, и ребятам она тоже зашла. Но я бы хотела еще с другой позиции рассмотреть, с той позиции, что, смотрите, у нас, если мы вспомним свое детство, оно у всех плюс-минус одинаковое. И в детстве... У нас были разные моменты, разные ситуации, но, как правило, это редко-редко какой человек встречается, чтобы он не говорил, что у него идет какая-то обида с детства, которая обида там из-за мамы, из-за папы, из-за бабушки. Что-то произошло такое в семье, что человек до сих пор не может для себя пояснить, как так вышло, почему так получилось. И вот он через всю свою жизнь, вот этот вот рюкзачок с обидами, он тянет. И получается так, что рюкзачок-то тянется с обидами, а жизнь-то не меняется. То есть и он не меняется, и жизнь не меняется. И вроде бы уже и на сатсанги, на миллион сатсангов сходил, и на ретриты, и кучу марафонов провел. А все равно не получается, нет вот этого вот дзен, где он? Вот все так рассказывают, что все так замечательно. Вы там уберете еду, уберете жидкость, уберете сон, и все, и вы попадете там в блаженство. И человек идет, и понимает, там столько прошло сухих дней, нифига, столько прошло сухих дней, тоже как-то. И когда выбрасывает, вот это вот состояние какое-то негативное, оно остается. А потом он думает, ну так же было хорошо, пойду еще. И начинает заходить вот через эту силу воли. Но если мы немножечко раскроем вот с одной стороны, то есть вот еду мы можем с вами раскрывать с разных сторон, почему мы на нее возвращаемся. И я хочу сейчас один из небольших, из огромного количества, вернее, аспектов, раскрыть тот вариант, который, возможно, вы в себе узнаете. Очень многих нас в детстве, в юности, в молодости, да даже в зрелом возрасте, предавали. И предавали бесконечно. И это предательство может быть не обязательно глобальное. Это предательство может быть какое-то
Ну, просто такое, которое запало в душу. Не обязательно, какое оно было. Не обязательно там, как вы себя видели в этой ситуации. Сейчас мы даже не это обсуждаем. Но то, что у вас сидит внутри, вот эта вот какая-то боль, обида, досада. И когда вы начинаете эту ситуацию прорабатывать с собой, то, во-первых, очень сложно перед самим собой открыться и сказать то, что, ну, не очень приятно о себе знать. И второй момент очень так, наверное, мы, наверное, с этой стороны даже не задумываемся, но посмотрите, кто всегда рядом с нами. Посмотрите, кто нас никогда не предавал. Посмотрите, кто постоянно в горести и в радости, в болезни и в здравии. Вот что бы с нами ни случилось, что с нами? Конечно, вы большинство, наверное, ответите, конечно, я. Это безусловно. Но помимо меня всегда с нами есть еда, которая нас никогда не предавала. Как бы мы к ней плохо ни относились, как бы мы ее не ругали, как бы мы ее не отрицали в каких-то моментах, она всегда с нами. И у нас есть такое психологическое, вот в голове, знаете, вот как моторчик, знаете, как в колодце вот это вот, когда ведерко вытаскиваешь. И у нас постепенно это в голове накручивается и наматывается, вот это вот ведерочко, что как бы, ну вот, подруг не было, того не было. И это, причем это понимание, оно, наверное, даже скорее бессознательное, чем то, о чем мы могли бы задуматься. И у нас вот каких бы воспоминаний у нас не было, получается, что в этих воспоминаниях всегда рядом с нами присутствует еда. И когда нам хорошо, и когда нам плохо, и когда мы находимся на сухих днях, нас начинает голова выбрасывать на еду, придумывая различные аспекты, которые нас могут оттуда выкинуть. Но при этом, при всем, она нас выкидывает же не просто что-то перекусить и идти дальше, она же нас не выкидывает не просто, что как бы, ну вот ты немножечко там, давай сейчас мысли-то запустим, и потом перестанешь есть. Нет, мы же уходим, как правило, в зажор. Ну, большинство людей. Вот я не побоюсь этого слова, действительно, большинство людей потом после этого заходят в зажор. То есть они начинают заедать то, что они не поймали какой-то дзен, который они себе нарисовали на том, чтобы они должны зайти после сухих дней, или на сухих дней, что у них должно произойти. И вот это вот вечное недовольство собой, получается, мы разделяем с лучшим другом едой, который всегда с нами, при любых обстоятельствах. Что бы мы ни говорили про еду, мы все равно, получается, что мы ее практически боготворим, она всегда с нами. Вы посмотрите, сколько времени мы едим. Мы за еду, в прямом смысле этого слова, отдаем свою жизнь. Мы сначала учимся, и учиться нам нужно обязательно хорошо, чтобы потом найти более-менее хорошую работу. Ну, это как мы взрослые говорим своим детям, да? Чтобы найти хорошую работу, чтобы мы себя хорошо обеспечивали. А в обеспечении нас что идет? Это в первую очередь покушать. В обеспечении нас идет то, что мы тратим свое время, свои знания, свои эмоции, то внимание, которое мы могли бы предоставить нашим близким, нашим родственникам, мы тратим это внимание на то, чтобы заработать деньги, чтобы купить еду. Представляете, как мы ее любим, и как мы ее холим, и как мы ее лелеем? Мы все, что в нас есть, мы отдаем ей. А потом нам такие говорят, а ты откажись от еды и от воды. Блин, как отказаться? Я столько времени, столько лет своей жизни потратила просто на то, чтобы она была со мной рядом, чтобы она была с каждым разом все вкуснее и вкуснее, чтобы обильнее и обильнее, чтобы экзотичнее, а тут на тебе откажись от еды. Блин, как? И
с одной стороны, мы как бы понимаем, что это, блин, вот так. А с другой стороны, нас все время вот оттягивает. Ну, блин, а что ты вот, получается, вот столько времени, ты ради чего прожил-то? А ради чего мы живем? Если мы отбросим свою еду, почему нас все время выбрасывает на еду? Если мы отбросим еду, что у нас остается? Мне ребята пишут все время: Свет, чем ты занимаешься ночью, когда ты не спишь? Свет, чем ты занимаешься? Ну, вот я вот на сухих днях. Или вот я когда веду особенно индивидуальные марафоны, да, там же у нас очень много, очень глубокие разговоры идут. Он говорит: ну как бы, а что делать-то? Ну вот я на сухих, ну вот я еле хожу уже. Вот мне некомфортно, я не знаю, чем себя занять. Ну вот я сходил на работу, ну вот я вот это сделал, ну я вот это вот сделал. И все. И мы на самом деле, мы когда на еде, мы говорим: ой, нам не хватает 24 часа в сутки, чтобы выполнить, исполнить все свои дела, которые я задумал, и чтобы там что-то сделать. Но когда у нас появляется это время, мы не знаем, куда его занять, мы не знаем, куда его деть. Потому что у нас работа-то есть, она никуда не делась. Но вот как-то руки не поднимаются, вроде бы как бы и неохота. И все время так на потом, на завтра. Но если вы себя копнете, вы не на потом откладываете эту еду, и не на завтра вы откладываете работу, и не на завтра вы откладываете эту работу. Вы откладываете работу вот на тот момент, что когда вы покушаете, ваше состояние опять, гормональный фон, жух, и все, и вы в этом состоянии опять понеслись. Почему мы все время несемся? Почему мы все время носимся? Почему мы любим, когда мы абсолютно заняты? Почему мы любим такие работы, где мы чувствуем, что мы нужны? Мы не, нам не работа сама нравится, где мы чувствуем, что мы нужны. Вот я туда съездил на встречу, я туда съездил на встречу, я к этому сходил, там, я этому сказал. Не себя вы чувствуете значимым, потому что вы понимаете, как только вы остановитесь, остановиться вы можете только без еды и без воды. У вас сразу же идет остановка, вы замедляетесь. И как только вы замедляетесь, что вам нужно будет делать? Вам нужно будет смотреть на себя. Вам нужно будет знакомиться с собой. А это непросто. Это непросто, это, наверное, мягко сказано. И мы на подсознании, каждый это понимает. Что познакомиться с собой, ну, блин, я себя лепила всю жизнь такой хорошей, да, хорошим. Я вот это делаю, я вот это делаю, а тут на тебе. Когда мы с собой начинаем знакомиться, у нас вылезает, особенно в первое время, ох, как, какая ерунда. Луся, Светлана, в твоем поле происходят просто чудеса. Спасибо огромное. И вот когда мы... Тишенька, не надо. Плетку себе какую-то сделал. Ходит, с кошками играет этой плеткой. Они за ним бегают. Тише, потихонечку, не надо, хорошо? Ага, сейчас всё. Я беру себя. И это, наверное, еще можно, знаете, с чем сравнить? Вот когда, неважно, кто девушка, либо мужчина, когда они очень вкладываются в своего партнера, неважно каким, просто вкладываются. И вот в этом вложении каждый кто что может, то есть свой труд, свои знания, свою любовь, свою ласку, в денежном эквиваленте свое время. И чем больше мы вкладываемся в своего партнера, то если, не дай бог, наступают такие моменты, что мы расстаемся с этим партнером, то это очень болезненное расставание происходит. То есть мы понимаем, что столько времени, столько это. И даже когда мы чувствуем, что с партнером у нас уже абсолютно разные взгляды, мы все равно пытаемся, держимся до последнего, пытаясь это сохранить. А сохранить мы это пытаемся даже не потому, что нам еще дорог этот человек. Нам дорого свое время было, своя энергия, которую мы туда вложили. Но мы это себе боимся в этом признаться. Потому что мы, если в этом признаемся, мы будем же как бы себя чувствовать уже не совсем хорошим. Эгоист, эгоистка или еще кто-нибудь. Да?
А когда мы будем пытаться вытащить из этих отношений, думая, что нам нужен еще этот человек, мы будем для себя ставить галочку, что ну как бы я максимум сделала того, чтобы оставить, чтобы наши отношения сохранить. И некоторые даже сохраняют и мучаются всю жизнь в этих отношениях. Ну, либо какое-то время, пока до них не дойдет, что как бы, ну, отношений уже нет. Оставьте все, что было прекрасного там, и начните новое прекрасное уже здесь и сейчас. Мы тянем эти отношения, мотивируя тем, что у нас там общие дети, общая недвижимость, общие какие-то финансовые вопросы, общий бизнес. И много-много всего. И вот это вот мы тянем. На самом деле нет ведь ничего страшного, вот бывает такое. Но самое-то страшное не то, что мы тянем, либо не тянем, а самое страшное, что мы не можем себе признаться, почему мы тянем. Не потому, что у нас еще осталась какая-то любовь или уважение, а мы тянем из-за того, что ну, столько времени, столько общего, как это, что я скажу. То есть я в глазах там, детей, либо кого-то не хочу быть каким-то нехорошим человеком. И с едой у нас получается тот же самый ансамбль. Мы в нее столько времени вкладываем, мы всю жизнь вкладывали что-то в еду. Мы даже в детстве вкладывали в еду свою энергию. Вспомните в детстве, когда нам говорили, что вот покушаешь, пойдешь гулять. Вот покушаешь, будет тебе вот это. Вот хорошо покушаешь, будет тебе вот это. То есть у нас все время какое-то стояло, что нужно вот покушать, нужно покушать для этого, нужно покушать для этого. И у нас всегда была еда. Вот при любых обстоятельствах всегда еда. Хорошо, плохо. Ребят, есть какие-то вопросы? Если есть вопросики, то задавайте. Если есть какие-то свои мнения, то тоже пишите, делитесь. Потому что если мы с одного какого-то ракурса разберем, да, что такое еда и почему она нас держит, и мы поймем, что вы поймете, что это как бы, ну, это не моя история, это не моя тема, как бы мне вот здесь вот это не заходит. А если мы будем разбирать с разных сторон, вы все равно найдете то, почему вас это держит. То есть я же вам не говорю, что вы должны отказаться полностью от еды, но я вам говорю, что вы должны быть независимы от еды. Захотели – покушали, не захотели – не покушали. Это же прекрасно. Это то же самое. Захотела – я одела эту кофту, не захотела – не одела. Она моя, она есть, она присутствует у меня в жизни, в моем гардеробе, в моем шкафу, в моем доме. Но у меня нет зависимости от этой кофты. Да, она теплая, мне хорошо, мне комфортно в холодную погоду в ней сидеть. Она очень теплая, здорово. Но я могу ее не одевать. И точно так же еда. Это классно, когда вы вне зависимости от нее. У меня дома есть еда, у меня кушают дети. И это классно, что я, если я захочу, я покушаю, но мне нравится то, что я не хочу. Мне нравится идти в этот эксперимент, в свой эксперимент. Сколько вообще человек может просто не хотеть? Не потому, что он должен кому-то что-то доказать, кому-то что-то показать. Ни в коем случае. Просто себе, когда открываются какие-то... идет распаковка каких-то новых твоих талантов. Идет распаковка каких-то новых возможностей твоего тела. И ты понимаешь, что тело-то у тебя абсолютно такое же, как у всех. И это здорово этим делиться, когда ты делишься и начинаешь говорить, ребят, вы это можете. Я вижу ребят, которые проходят марафоны, и это клево, как они себя чувствуют на них, когда у них идет распаковка самого себя. Как от сахара отказаться, глютена? Сахар это наша же... Сейчас почитаю второй вопрос. Сахар это наша гормональная система. И то, что говорят, что когда не хватает сладкого, то не хватает любви, но я, наверное, все же воздержусь от этого комментария.
Мне кажется, это немножко поверхностное такое. А сахар это... Это, наверное, про прошлое, я бы сказала. Сахар это про то, что когда у человека есть нераспакованный какой-то страх, нераспакованная какая-то его задача, там она еще оттуда тянется. И именно поэтому человек не может отказаться от сахара. Сахар – это твое прошлое, это ты в прошлом, ты в прошлом. Не ты в прошлом, не ты даже, и не ты в другой жизни, а ты, что-то у тебя есть внутри тебя, на что ты не хочешь даже посмотреть, что тебя гложет внутри тебя. Ты боишься заглянуть, что внутри тебя есть такого, что тебя не пускает. Какой-то нераспакованный страх. Нераспакованное, может быть, даже какое-то понимание, какая-то паника. Куда-то ты не хочешь вернуться. Что-то ты не хочешь сделать еще раз. Ты не хочешь, чтобы что-то присутствовало сейчас в твоей жизни, что было. И, возможно, ты даже это где-то на каком-то подсознательном уровне даже это забыл, этот момент. И именно поэтому туда не залезаешь. Сахар – это про это. Алекс. Как в фильме «О чем говорят мужчины»? Там муж ночью на кухне изменяет жене с колбасой. И жена их застает. Я не смотрела этот фильм. Наверное. Но у нас сейчас много любят говорить, да, что мы изменяем с едой, что мы там еще что-то делаем с едой. Мы с ней не изменяем. Как вы можете изменять? Как вы можете изменять кому-то? Ну, например, смотрите, вы можете изменить своей любимой женщине с любимой женщиной. Либо с нелюбимой женщиной, нелюбимой женщиной, неважно. Но вы не можете изменить тому, что было всегда, присутствовало в вашей жизни. То есть, если бы вы своей жене сказали, что все, я буду, не буду больше кушать, а потом она вас застает с едой, да, возможно, это изменит. Но если вы кушали всегда, и она вас застает на кухне с той же колбасой, ну это, блин, ребят, это из другой оперы, это когда говорят, что там... Мы любим там, мы отгораживаемся от всех едой, мы отгораживаемся. Это поверхностный слой, ребят, ну куда мы отгораживаемся? Ну еда всегда была в нашей жизни. Ну, блин, это просто такой аспект, что, конечно, когда у нас идут веселье, когда мы в компании, мы меньше хотим кушать. Но если эта компания будет сидеть за столом в ресторане, вы с этой же интересной компанией будете кушать в этом же интересном и вкусном ресторане. О чем вы говорите? Это не измена с едой. Еда всю нашу жизнь, мы от нее не отказывались. Некоторые еще не отказывались от нее на длительный срок, чтобы потом говорить, что вернулись, это значит, там изменил кому-то новому. Нет, надо по-честному это смотреть. Она никуда от нас не ушла. И если мы будем ее выбрасывать из своей жизни, вот все, что мы будем выбрасывать из своей жизни, то к нам и будет прилипать. Уберем фокус внимания с еды, распакуем себя, все, и мы тогда будем спокойны. Пусть она стоит, захотели, поели. Но если мы насильно будем отказываться от еды, она у нас всегда будет в нашей жизни. Вот у вас забери деньги, вы пойдете, блин, на эту помойку, вы будете смотреть, как люди едят. Вы не сможете себя чувствовать по-иному, потому что... Вы не проработали. И насильно что-то забрать, это, блин, не то. Это то же самое, что с человека, который несовершенен, сдерни с него одежду и скажи, а теперь ты будешь без одежды ходить, чтобы ты вытачивал свое тело. Ты не будешь больше прикрывать свои недостатки, вытачивай.
Да, блин, ему проще повеситься, чем вытачивать свои недостатки. Это же все постепенно делается, ребят. Это не про блин, не про измены. Это ерунда. Что делать, когда заметила, что он, что от неудовлетворения результатом дня, либо какого-то события хочется удовлетвориться, покушав? Ну, смотрите, ребят, я уже несколько раз говорила, я на себе проверяла это. И у меня работает. Но вот девочкам, например, ну, что-то не пошло не так. Во-первых, нужно принять, что пошло не так. Все пошло так, как должно было идти. Если у вас были какие-то другие намерения, если вы себе нарисовали, сами нарисовали, что должно быть так-то и так-то, и этого не случилось, ну, блин, это не день такой, это художник такой у вас в голове сидел. Зачем он так нарисовал? Чтобы что? Ведь в каждом каком-то дне, прожитом вами, это ваш личный урок, это ваша личная распаковка. Будете вы себя распаковывать или нет, это уже другой вопрос. День не удался, но, блин, порадуйте себя чем-нибудь другим. Кроме еды же у нас того, столько всего много. Ну, для девочек, ну, для мальчиков тоже. Ну, сделайте себе ванну с пеной, с бомбочками сейчас эти бомбочки. Сделайте масочку. Но потратьте вы эти деньги, которые тратите на еду, сходите в салон, пусть на один сеанс массажа. Если вы еду съедите там, блин, минут за 20, то массажи сеанс 40 минут. Потратите те же самые деньги. Вы чувствуете, что день не пошел? Ну, блин, на 40 минут задержитесь, не домой едьте, а заехали в массажный салон. Тем более, если в большом городе их миллион этих салонов. Но если мужчина там, ну еще какой-то, ну зайдите, блин, зайдите в тренажерный зал, зайдите в бассейн, сходите в сауну. В бассейне я, насколько я знаю, что там, блин, разовое посещение стоит, ну вот, 250 рублей до 500 максимум, там 45 минут плавать. Ну удовлетворите себя этим, расслабьте себя вот таким способом. Но почему постоянно еда? Потому что она самая доступная, потому что вы на ней уже заработали, она уже есть в вашем холодильнике. Потому что вы придете домой, и они уже ваши домочадцы вас ждут, например, поужинать. А вы можете им позвонить и сказать: ребят, вот смотрите, мы сегодня кушайте без меня, я сейчас приеду, очень хочется в бассейн, кто со мной? Все, это будет как праздник. Делайте, учитесь себе делать праздники, но еда есть хорошо, но она была сколько-то лет в вашей жизни. Ну, блин, попробуйте что-нибудь другое. Почему вам все надоедает, а еда нет? Однообразный секс с партнером надоедает. Однообразная одежда надоедает. Ремонт вы постоянно хотите делать в квартире. Перестановка. Перестановка, постоянная перестановка. Новая посуда, новая мебель, новое еще что-то. А еда все тоже остается. Все та же еда. Как бы, ну, разнообразьте себя. Выберите другой аспект. Конечно, самое главное — независимость. Но самое неприятное, когда начинаешь есть, то ешь все подряд. Ну, кроме мяса, рыба и вареники. Остальное начинаешь есть много, не остановиться, не пойму. Галин, ты что ли? Так, ну... Блин, так это же не проработка нашей головы. Ну, смотрите, особенно люди, которые это... Даже возьмем не это, даже без какого-нибудь аспекта, да? Почему это идет у нас? Потому что у нас сидит в голове вот это вот у нас... Что в голове у нас самое такое нераспакованное? До чего мы никогда не хотим добираться, и почему у нас нет вот этих семинаров, тренингов, марафонов? Про жадность. Это же жадность, она же может быть не только в плохом аспекте, но и в хорошем. И вот эта вот жадность, которую мы пытаемся, мы же неосознанно пытаемся в себя положить на прозапас. Мы же уже не чувствуем вкуса еды как такового. Мы не чувствуем голода. Но нам не хватает вот этой вот эмоционального вот этого пережевывания, чтобы что-то вытащить. Что вы вытаскиваете? Какой вы вкус вытаскиваете?
Я уже, ребят, миллион раз говорила, блин, скажу еще миллион раз. Записывайте, все записывайте. Вот если вы чувствуете, что вы хотите поесть, ну прям вот чувствуете, что вы хотите есть, заведите себе, возьмите, купите тонкую обычную 12-листовую тетрадь, чтобы каждый раз вот это записывать. И выйдите на 3 дня в зажор. Вот если у вас там нет никаких марафонов, нет никаких сухих дней, чувствуете в себе вот эту вот потребность. Все, пишите с такого-то по такое-то число. И просто 3 дня подряд, перед тем, как поесть, вы записываете, что вы хотите. То есть вы записываете свое физическое состояние, как вы чувствуете себя до того, как вы поели. Вы записываете свое психологическое состояние, что у вас в голове, какие мысли. И вы записываете свое психическое состояние, чувствование. 3 вот этих аспекта пишите, когда вы перед тем, как есть. Потом в идеальном случае вы записываете, когда едите, но когда едите, это сложно. Уберем. И когда вы поели, сразу же не убирайте тетрадки. Это ваш эксперимент на 3 дня. С ней под мышкой, с этой тетрадкой. И как сразу же после того, как поели, все эти 3 состояния опять описывайте. После того, как вы поели, физическое состояние, психическое и психологическое. Все вот это вот особенно физическое, все, что вы чувствуете, там тяжесть в животе, или приятно, что я чувствую, что там внутри меня еда. А психологическое состояние, какие появились мысли, вы себя начали ругать, либо вы себе говорите, что «Ой, я молодец, я поела, я себе позволила». Но только по-честному. И психическое состояние, чувствование, потому что вы поймете, что чувствование у вас ни с одним из 3 не совпадает. Мы не живем чувствами. Мы живем головой и телом. И именно поэтому у нас вот это вот все наперекосяк. Потому что чувствования нам говорят то, что мы чувствуем, то, что нам хочется. А мы этого никогда не слышим. Делайте 3 дня все, что угодно. Хотите мясо, хотите запивать водкой, пивом, чем угодно. Но сделайте себе вот за эти 3 дня эксперимент. И на 3-й день, 2 дня вот вы это делаете, на 3-й день перед каждым тем, как вы начали кушать, вы сначала записываете, что вы хотите кушать. Я вас уверяю, вы на 3-й день уже так устанете от еды. Потом вы перечитываете всю тетрадочку. Потом кушаете и записываете эти состояния. И посмотрите, что с вами будет происходить. Я не буду ничего говорить. Просто потом можете сами поделиться. Попробуйте, сделайте такой эксперимент. А как распаковывать? Ну, блин, смотря что нужно распаковывать. Если вы говорите про сахар, если вы говорите про то, что вот эти вот предыдущие страхи, боли, то это нужно, но надо как-то вот глубоко купать. Я не могу вам сейчас сказать это, как распаковывать. Я не знаю вашу ситуацию, не знаю, с какой стороны к вам подойти. Это как-то либо заходите в закрытый клуб, и мы можем прямо на каком-нибудь из эфиров, но после марафона, потому что у нас в марафоне у нас просто эфир за эфиром идет, у нас 2 эфира в день на марафоне, вот поэтому мы просто не успеем там ничего разобрать. Можете на личной консультации, можете в глубокий марафон идти, где там уже идет более глубокая распаковка, это уже который идет не в клубе, а он такой идет. Можете вообще на индивидуальный марафон записаться и со мной вместе пойти в сухие дни, и там будем распаковываться. Это же все зависит от ваших намерений, от вашего времени, от всего. Я не знаю, насколько сладкое в вашей жизни присутствует. Если вы говорите там одно какое-нибудь зефиринку раз в 2 дня вы съели, то это одно. А если вы понимаете, что вы просто не можете оторваться, вам хотя бы нужно один день, хотя бы один раз в день наесться сладостей столько, что прям потом начинает локти чесаться, то это уже другое. Саядос. Еда дает приятную тяжесть в животе. Без еды какая-то пустота и страх умереть без еды, и страх перед новым опытом. Ну, на первых этапах возможно. И страх смерти, он, да, у нас заложен. Его тоже прорабатывается. Страх смерти, он очень сильно вылезает, когда вы особенно на
на первых своих сухих днях, когда или там, когда вы переходите на сыроедение, да, вы встаете перед зеркалом и видите себя вот таким вот каким-то изнеможденным, даже я бы сказала, да, а не просто худым, то этот страх смерти, он вылезает, потому что у нас он заложен с детства. С детства вспомните, что самые милые детишки – это которые помпушечки. Вот мы их почему-то больше всех любим. Но не мы, у меня как бы немножечко другие сейчас уже рамки. Но, тем не менее, это у нас на подсознательном уровне заложено. Это есть. И когда вы будете уже на более длительных сухих днях, вы поймете, что живот-то он вообще не для того. И когда в животе тяжесть не от еды, а когда в животе начинает запускаться вот этот вот реактор, когда начинают запускаться вот эта энергия, когда чувствуется, что уже когда ты можешь там сесть какой-нибудь в расслабляющую позу, да, посидеть и понаблюдать за собой, что происходит у тебя внутри твоего тела, то будут иные ощущения, и они более приятные, чем от еды, намного. Я ем, когда нервничаю или когда нужно что-то сделать, что не хочу делать, и чтобы отложить это дело, я кушаю, понимаю это, но как выйти из этого? Как выйти из этого? Нужно, во-первых, ребят, очень четко отслеживать свои ощущения. Опять же, повторюсь, вот эти вот все чувствования. И как только вы чувствуете, что вы, например, начинаете нервничать, злиться, впадать в какой-то дискомфорт от чего-либо, вы должны себя, во-первых, отследить это состояние, прямо отследить. И ни в коем случае, ребяточки, не уговаривайте себя, что все хорошо, все замечательно, я вот такой весь дзен. Ни в коем случае. Вот если вы нервничаете, прям отследили это состояние и прямо с головой в это состояние ныряете, в эту нервозность, в эту злость, в эту неудовлетворенность, просто с головой начинаете нырять, и как только вы в сознательном состоянии туда ныряете, буквально несколько, как только вы научитесь это делать, буквально несколько секунд, и вы понимаете, а где злость-то, где нервозность-то, все вот это, и оно растворяется. Его нет. Этих чувствований у нас от природы нет. Это искусственно навязанные чувствования. Причем нам их даже объяснили, что у тебя должно быть в голове, как ты должен себя там, что должно происходить в физическом теле, как ты должен себя чувствовать, когда происходит то-то или то-то. Это не природные чувства. У нас нет этого чувствования природного. Вот эта вот нервозность. Нервозность из-за чего? Мы созданы, мы вообще здесь как сотворцы, нам от чего нервничать. Прорисовка нейронных сетей помогает автономии? Помогает, ребят, очень помогает, правда говорю, помогает. У меня ребята на себе прочувствовали, у них отзывы есть хорошие, и у нас есть в клубе, у нас записаны эти уроки, когда я проводила, и сейчас у нас тоже будут вот эти вот уроки, скорее всего, если успеем, потому что мы что-то такое, я думала, будет у нас какой-то лайт-марафон вот на эти вот закрытом клубе на 5 дней, а у нас получается, у нас же с двойными эфирами и утром, и вечером, но такой как бы достаточно насыщенный, поэтому, ребят, кто не присоединился, кстати, можете присоединяться, он будет в записи, можно будет, когда вам удобно, его начать смотреть и делать свои сухие паузы. Помогает, очень помогает. Нужно только... все равно нужно, чтобы вы либо научились самостоятельно это делали, либо чтобы вам кто-то вас направлял, потому что очень хорошо, когда вас направляют, очень хорошо, когда вы сначала расслабляетесь, а потом с вами помогают вам отыскивать то, что у вас внутри, выплескивать это на бумагу. Присоединяйтесь в клуб, там есть уроки, я с ребятами рисовала. На какие дни примерно стабилизируется вес? Очень сильно падает вес. Нет тут, ребят, на какие дни. Абсолютно все
все у каждого, все по-разному, и вы должны четко понимать, что вес падает, как бы мы ни крутили, наши 40 минут уже. Наше состояние, наше даже не состояние, все вот эти вот наши установки, все наши обиды, все наши страхи, все, что в нас закапсулировано, оно капсулируется у нас во внешнюю оболочку, в жировую оболочку. Почему, когда тучные люди, мы изначально начинаем прорабатывать психику? То, что там колораж убирать, начинать бегать, это, конечно, классно. Но если за этот момент с тобой ты не проработаешь, либо с тобой кто-то не проработает психику, ты через какое-то время вернешься к этому. Нужно обязательно менять сознание, нужно обязательно менять свой образ жизни. Это не разово. И здесь точно так же. Вес это уходят ваши все старые программы. И вы можете обнулиться прям до очень таких, до такой худобы. И это действительно так оно и есть. Но если вы будете голодать, то вы обратно, вес у вас не остановится, вы не сможете его начать набирать. Но если вы поймете, что такое автономия, если вы начнете работать с собой, вы начнете работать со своей головой, то, конечно, она вес остановится, и потом в дальнейшем у вас будет все равно, как бы он будет набор веса. Потому что посмотрите на ребят, которые, ну, их не так много, наверное, да, которые вот уже автономы, которые себя позиционируют автономно, ну, я имею в виду, которые более 2 лет, да, ну, пусть даже более 1,5 лет, которые в этом состоянии. Они же не худые, они не дистрофичные, они обычные люди. Они обычные люди, просто более, ну-ка, у них нет, конечно, у них сало висеть уже не будет, ну, хотя как сало висеть не будет? У нас вес, он не от еды. И я знаю людей, которые достаточно тучные, которые не едят. Но они не едят, они прекрасно понимают, что они не едят, потому что у них не произошла распаковка от того, что у них есть внутри. Они говорят, я пока не готова, это мне так хорошо. И это их выбор. Есть и такое. Света, конечно, наблюдаю жадность к еде, тело страдает, ругать не ругая, хочется сразу уйти на сухие. Пробую сразу записывать, спасибо. Все, если что, сегодня можно будет еще эту тему немножечко поднять на марафоне. Также во сне, чтобы кошмары не снились, нужно свой кошмар обнять. Да, точно, да. Есть такое. Да. И это же, ребят, еще как, ну, знаете, такая есть, очень многие об этом говорят, нужно принять себя. Но чтобы принять себя, у нас не все говорят, что такое вообще принять себя. У нас знают вот это вот красивое выражение, да, принять себя, полюбить весь мир. Но если мы начнем разбирать, полюбить весь мир, принять себя, это не про любовь, это не про пукание бабочками, это вообще не про это. Почему многие люди не могут себя принять? Потому что многие люди, которые говорят про принятие себя, они вообще не понимают, что такое принять себя. И получается, что большинство идет ложным путем. Они пытаются полюбить весь мир, полюбить себя, и дорога в никуда. Как ты можешь полюбить себя, если ты себя не распаковал? Ты сначала себя распаковываешь, вытаскиваешь из себя все говно, потом показываешь это говно всему миру, какой ты. И только потом, в тотальной честности к самому себе, ты начинаешь кайфовать от себя. Только после этого. И это достаточно такой трудоемкий, тяжелый процесс. И это действительно нужно над этим работать. И это происходит не за раз, не за два. И это не потому, что ты начинаешь смотреть, какое красивое солнце. Что ты начинаешь смотреть, как вот здесь вот великолепно, как вот здесь вот великолепно. Да, блин, ты это великолепие себе намотал, а потом ты понимаешь, блин, да не вижу я так. Ну, не так оно происходит. Но я могу, когда я в прекрасном настроении, сказать, ой, как все замечательно, ой, как все хорошо. Но в голове-то ты понимаешь, блин, так я могу то же самое сказать абсолютно про эту же ситуацию, все как дерьмово.
Принятие себя – это не про это. Это не про, блин, бриллианты из-под мышек. Это вообще не про то. Сначала ты себя окунаешь полностью, достаешь из себя все, потом это все еще показываешь всему миру, потому что это про тотальную честность. И только потом, после этого, когда ты себе честно в этом признаешься, когда ты себе честно признаешься всему миру, какой ты есть, только после этого у тебя автоматически наступает принятие себя. И все вот это вот лишнее, неважно, это лишний вес, лишняя худоба, лишняя седина, лишняя тупизна, что бы ни было лишнего, оно от тебя сразу же отваливается. Сразу. И вот это вот и наступает, вот это вот и есть настоящее принятие. Но к этому нужно идти, это нужно прорабатывать. Ребят, если есть вопросы, задавайте. Если нет вопросов, то я буду завершать эфир. Потому что эта неделя такая очень-очень насыщенная. У нас получается эфир марафон с двумя эфирами в закрытом клубе. Марафон по депривации сна получается с тремя эфирами. По депривации, еще помимо того, что у нас постоянно идут эфиры, завтра вот эфир будет на Зуме. Меня тоже ребята спрашивали, как попасть в Зум, как попасть на прямой эфир, который ведет Рима. Я всегда в сторис в этом в основном аккаунте, вот в этом вот выкладываю, как туда зайти, там вместе с паролем, все, только там, по-моему, не кликабельная ссылка у меня, я не могу пока поставить кликабельную, потому что там от скольки-то подписчиков она может стать только кликабельной, поэтому я могу только так ее, а вы можете вручную зайти. Но вручную зайти просто это элементарно, то есть если у вас есть Zoom, заходите в Zoom, там написан пароль, и просто вводите этот пароль, и вы попадаете в эту комнату. В 22 часа Москвы, завтра по четвергам у нас будет. Поэтому, ребят, жду вас завтра, задавайте свои вопросы, если у кого какие-то вопросы созреют, то буду очень рада на них ответить. Если кто-то не сможет присутствовать на каких-то эфирах, ну вообще не может присутствовать, пишите мне сообщение, пишите в директ, что бы вы хотели обсудить. И я обязательно расскажу, когда у вас будет время, вы послушаете. Вкладка «Сообщество» на канале в YouTube. О, вкладка «Сообщество» на канале в YouTube. Там можно посмотреть, там кликабельная ссылка. Да, на канале в YouTube как раз, если кто не знает, какой канал на YouTube у меня... У меня есть в шапке профиля, вот таплинк, он, по-моему, называется, таплинк, его открываете, и там внизу есть этот мой канал. И там вверху там будет видео, там сообщество, вот сообщество нажимаете, и там как раз будет активна ссылка. На нее можно будет нажать и перейти сразу же. Что значит показываешь всем, что распаковал какой ты есть? Да, там все кликабельно на YouTube. Ну, что значит? Ну, смотрите, вот мы, например, какие-то... Вот я пример привожу вам такой, да? Например, человек всегда сглаживал углы, не хотел ни с кем ругаться. Вот ему что-то говорят, он сглатывает все это. Ну, вот такой вот он не хочет ругаться. И потом начал себя распаковывать. Эта распаковка очень хорошо идет на сухих днях. То есть сухие дни, ребят, это инструмент, это... не цель, это инструмент, это образ жизни, да, у кого-то образ жизни, у кого-то просто инструмент. Очень хорошо идет вот эта вот распаковка на сухих днях. И потом вы понимаете, что вы не хотите на каком-то дне, ну, чаще на пятом, на шестом, да, вы понимаете, что вы не хотите ни с кем разговаривать, вы не хотите никому угождать. И вы начинаете понимать, что из вас это выходит, что я, оказывается, не такой, меня вообще все бесит. И это не плохо и не хорошо, это вы. И после этого, когда к тебе приходит человек, там, с которым вы хорошо общаетесь, он говорит, ой, давай я тебе что-нибудь помогу. А ты понимаешь, что ты вот в этом состоянии, вот в таком вот, ты ему не говоришь, ой, слушай, нет, давай в следующий раз. Ты себя не зажимаешь в этот момент, а ты говоришь, слушай, иди отсюда, ну я что тебе просил, что ли? Ну попрошу, придешь и поможешь, ну что тебе надо? Ну видишь, в каком состоянии, не хочу ни с кем разговаривать.
Если ты разрешишь себе дать те эмоции, от которых тебя, ну, во-первых, никто не ожидает, во-вторых, для тебя они были изначально неприемлемы, но это твои эмоции. Зачем ты их будешь подавлять еще и еще? Если ты позволишь своим эмоциям вот так вот выплеснуться, то это значит, что ты показал себя миру. Ты позволил себе вот так вот грубо ответить. Хотя мог по-другому, мог. Но ответил так, потому что у тебя было такое состояние. Вот это. Есть еще какие-то, может быть, примеры. Ну, я вот вам на этом примере. И причем, чем больше вы себя будете распаковывать, тем больше вам не захочется вот этих вот вещей делать. Но их уже вы не будете себе зажимать. То есть у вас уже не будет это искусственно. Что, ну нет, ну давай в следующий раз. Ты можешь ему сразу, иди в жопу. Ну, чё б докопался-то? И все, и потом, когда ты это будешь себя вот так вот показывать, это будет по-честному и к твоему товарищу, либо подруге, либо еще кому-то. И самое главное, к самому себе, тотальная честность. Вот это вот и есть тотальная честность. Когда ты можешь находиться в тех эмоциях, в которых ты есть, постоянно, хоть перед кем, потому что это ты. Ты не изменился, не надо одевать маску благодарности, благородности. Ты такой. И как только ты вот эти маски все поснимаешь, ты тогда выдохнешь и скажешь, блин, как кайфово. И тогда уже тебе не захочется вот ничего уже, ни говна этого, ничего. Тогда уже, когда тебе будет человек просто что-то говорить, ты не будешь в себе сдерживать эмоции, тебя будет просто улыбать, и он скажет, ну что пришел? Ну, блин, позову, когда надо будет. И уже это будет на позитиве. Потому что ты уже понимаешь, какой ты есть. Тебе уже не нужно ничего скрывать. И вот это вот и есть про принятие. Ребятки, пишите вопросы. Я очень рада вашим вопросам. Я очень рада, что столько народу у нас присутствует. С каждым разом все больше. Значит, вам интересно. Значит, я буду... Пока вам интересно, я буду отвечать на ваши вопросы, выходить в эфиры. Спасибо вам огромное. Благодарю, кто был с нами. Светочка, умничка, молодец. Большое спасибо. Для меня твои знания... которым ты делишься, это дорогой бриллиант. Спасибо огромное, Сергей. Спасибо всем, ребята. Всех обнимаю, всех целую. Жду завтра в Зуме. Жду вас в закрытом клубе. Там у нас, вот, ребят, я уже по-честному вам могу сказать, без накруток. Там у нас пока еще эфиров мало, но это просто целый клондайк. И он будет накапливаться и накапливаться. Это те эфиры, которые можно будет пересматривать постоянно, потому что каждый раз вы будете... постоянно на новом уровне, каждый день вы на новом этапе своего жизненного пути, у вас идут новые осознания, у вас идет иное восприятие, и поэтому для вас это будет, ну, блин, классно, правда, присоединяйтесь, не понравится, уйдете на следующий месяц, понравится, будете с нами. Всех жду, всех благодарю, всех люблю, спасибо огромное. Завтра среда. О, завтра среда, ребят, точно, завтра же не четверг. В среду у нас завтра будет прямой эфир на канале «Школа автономии». Да, в Инстаграм «Школа автономии» будет прямой эфир со Светланой. Она вам расскажет о своей методике. Она уже очень-очень живет в Праге. Она очень-очень много лет занимается психологией, психотерапией. Работает с наркоманами очень много времени. То есть у нее такая специфика. И она вам покажет свою новую методику «Танец с телом». Есть прорисовка телом, а есть танец с телом. Она вам про нее расскажет. Это просто замечательный человек. Я вам очень хочу ее показать, чтобы вы тоже знали, какая она есть. И обязательно она проведет хотя бы один эфир у нас в клубе, чтобы у нас ребята тоже себя разгрузили через тело. Вот. А сегодня у нас, кстати, был такой эфир, просто огонь. Спасибо Настюше. Я, кстати, выложила еще в сторис, с кем у нас был эфир. Если хотите, можете зайти к ней на страничку. Тоже эта девушка просто... это просто кладезь знаний. Все, что касаемо нашего тела. Спасибо огромное всем, ребята. Все, я отключаю, чтобы сохранить эфир.